Привет, с вами Догмама Аня и мои собаки Чихуа Софи и Эйвен. Или они уже не мои? Короче, всего лишь за неделю отсутствия на YouTube мне пришло 3 просто супер-пупер гениальных предложения. Итак, поехали. Одна крупная зоокомпания предложила продать мне свой канал на YouTube за 1 миллион рублей. Мы богаты! Другая, в свою очередь, предложила аж 3 миллиона рублей. Мы еще богаче! Я могу просто разбогатеть. Итак, кто предложит больше? 82 миллиона рублей, 90 миллионов рублей, 100 миллионов рублей, часть потом 54, 100 миллионов рублей раз, 100 миллионов рублей два. Может быть, мне и правда стоит продать свой канал и разбогатеть, открыть какой-нибудь интересный бизнес, уехать куда-нибудь в какую-нибудь другую страну? Софиш, может быть, мы откроем марку одежды своей и бросим этот дурацкий канал? Может быть, откроем автомойку? Магазин продуктовый, может, зоосалон? Напишите свое мнение в комментариях, как бы вы поступили на моем месте. Я лично ни секунды не сомневалась в ответе. Мам, не надо продавать канал. Не надо? Мам, не продавай, пожалуйста, не, канал. Не, я даже слышать такое, я не могу продать канал. Мам, не продавай его, мы не хотим никакой бизнес, мам. Ты что, мама не продаст канал, правда, мам? Ни за что. Мам, ты же не продашь канал? Мам, не продашь, Софи же правду говорит. Или... У нас не будет видео больше никогда. Нет, я не могу в это поверить. Нет, продать канал. Софи, ты чего молчишь? Одновременно с этими двумя гениальными предложениями мне в личку пришло еще одно, еще более гениальное предложение. От родителей одной девочки, которая очень любит Софи и Эйвена. Папа и мама девочки предложили мне продать или отдать Софи и Эйвена в добрые руки их дочери. Это шедевр! Может быть, мне и правда вас стоит кому-нибудь отдать? И встречный вопрос родителям этой девочки. У меня появилась гениальная идея. Может быть, мы поменяемся детьми? Напишите в комментарии, как вы относитесь к тому, когда люди без серьезной причины отдают просто так своих собак. Мамочка, пожалуйста, не отдавай нас. Мамочка. Эйвен, мама нас никогда никому не отдаст. Перестань ныть. А вдруг она отдаст нас девочке? Нет, я ни во что не верю. Такое вдруг. Эйвен, я даже слышать это. Вдруг Софи, мама решит, что мы плохо себя ведем. Продаст канал и отдаст нас. Мам, такого же не может случиться, да, мам? В общем, друзья, любите своих собак, и будет вам счастье. Раз, два, три. А может быть, видео не было, потому что в один прекрасный день мы гуляли и попали случайно во временной портал и исчезли навсегда.